Вот она, да? Дарина. Подожди. Поехали. Связь, я не знаю. Дарин, дыши. Давай. Слышишь меня, да? Да, слышу. Давай. Давай еще. Еще. Почему человек начинает резко плакать? Потому что у него боль внутри. Ты плачет. Мы плачем. Потому что на уровне энергии дают того, чего не хватает. А всем не хватает просто любви. Их надо просто любить людей, они будут плакать, и все. Принятие человека таким, как он есть, это уже терапия. Давай, Дарин. Отдыхай. Вот так, мой хороший, давай. Кто вызывает когда? Давай. Еще. Вот так, мой хороший. Давай. Выпускай. Выпускай из души, давай. Давай. Обиду на папу вытаскивай. Вот так, давай. Татьяна, я плачу. Все. У вас, значит, боль, наверное, одинаковая. Тоже про папу, наверное, плачет. Давай, давай, Дани. Выпускай. Вот так, моя хорошая, давай. Вот так, давай еще. Это все до безобразия очень просто делается. Ты говоришь вот так, я дарю тебе свою любовь, и Дарине направляем все свою любовь. Давай. Вот так. Дарина, выплакивай. Давай, да. А, выдыхай, принимай. Я тоже обижу. Вот так еще. Вот так, моя хорошая. Давай. Давай. Вот так вот. Давай. Дарина, только не глотай, ладно? Выдох. Давай. Звук-то прям, да. Я дарю тебе свою любовь, давай. Вот так. Вот так, ну, хорошо, давай.
В голос реви, Дарина. Не держи. Вот так, молодец. Аж легче становится. Дарина, плачь, выпускай. Второго, третьего марта просто не будет. Плачь, плачь, бери. Давай, еще выдох. Вот так. Вот так мы будем. Давай. У кого обида на папу еще, просто дышите сейчас. И отдыхайте. Плачьте. Ну так, плачь, 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 дари. А, ну вот так, ну все. Давай еще. Не подскажите, с помощью этой медитации можно забеременеть? Можно. Давай, давай, плачь, Дэнни. Тошнит, нет? Если тошнит, пройдет, иди прям вырви, два пальца в рот засунь. А вот теперь иди в туалет и блевани. Откашляй прям. Давай, Дарина. Я тебе говорю, тебе... Не глотай, Дарина, иди вырви, я тебе сказал. Я не могу. Вот так. Ну, конечно, хорошо, потерплю я. Иди тогда. В голос плачь. Да, упускай, упускай, родная, давай.
Видеозвон. Давай, пускай, Дарина. Вот так, хорошо. Давай, Дарина. Давай еще. Руки тоже досводят у нее. Давай. Давай, 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 выпускай. Еще. Плачь. Вот так, пошли. Еще давай. Вот так, он хорошо. Давай. Выпускай. Ты какая обида. Руки сломала. Давай, выпускай. Пускай, пускай. Руку сводит в судороге. Обе. Ага. Просто правую сильно сводит. Следует, в общем, вот так, да. Давай. Выдох, выдох. Давай. Дарина, уже скоро все выдыхай. Вот так хорошо. Выдох. Дарина, выдох. Еще вдох. Выдыхай. Выдох. Нельзя на середине закончить. Это нежелательно. Это ее обиды выходят так.
Вдыхай, вдыхай, Даринчик. Вот так мы проживем. Пускай. Вот так. Выдыхай, выдыхай. Еще. Тоже. Давай. Выдыхай. Дарина отпускает, да? Угу. Вот так. Азат, чуть-чуть терпения наберитесь, только зашли, сразу хотите, чтобы объяснили, мы же работаем. Дарина, какие ощущения какие сейчас? Я уже стала. Молодец. Видно. Ну и здорово. Угу, откашлю чуть. Дариночка, как дела у тебя? Нормально? Желаю всех успокоить. Теперь скажи, что чувствуешь. Я как будто душили и воздуха не хватало. Угу. Потом руки сильно тряслись. И... жарко становилось, хотелось кожу снять с себя, прокричаться, выкашлюсь. А сейчас нормально все. Выдыхай, вдох. Это мама была заходила? А? Да. Дыши глубже. Ты ее потом объясни ей, ладно, все? Или просто скажи, что все хорошо, выдыхай. Она вам тоже писала. И она увидела из этого ушла? Нет, она здесь сейчас рядом сидит. А, здесь рядом? Ну, хорошо. Ну и слава богу, что понимает. Она потом хочет с вами лично встретиться. Ну, хорошо. Вам на тренинг попасть. Угу. Отпустила, да, прям? Счастливая такая. Камень за душой. Ты чего так обиделась, я не понял. Это сложно тебе рассказать. Ну, хорошо, не говори. Тебе легче, родная?
Смотри. Сейчас мы когда прервемся, подойдешь к маме, ее обними, скажи, что ты ее любишь, поняла? И чуть-чуть у нее на плече поплачь, пусть она немного пожалеет. Она слышит? Сейчас не слышит, да? Ага. Ну, понял. Договорились? И с мамой об этой своей боли, да, вот поговори. Хорошо? Потому что боль сильная, и она такая ощутимая, и поэтому тебе очень важно будет проговориться, чтобы мама вообще понимала, что с тобой происходит. Потому что вы ходите, вот 16 лет, кажется, что у вас проблем нету ни у кого. А вы с такой болью ходите. Поняла? С мамой поговори обязательно на эту тему. Да поплачь ты уже. У тебя вопросы есть какие-нибудь? Ты только не дави это все внутрь и обратно. По поводу финансов хотел спросить. Финансы, это вообще сейчас, по-моему, не твой это вопрос. Это не в 16 лет. Не лично мое, а вот семье то, что... Семье, это, если это мама, то с мамой пусть сама приходит, поработаем. Но сейчас финансы, это не твой вопрос. Со своими видами на папу разберись. Поняла? Это вот твоя основная причина твоя. Разберись там. Письма обращения попиши. У тебя пока людей немного в списке, поэтому тебе будет легко. Договорились? У тебя еще, возможно, будет тошнота, рвота, понос, или температура поднимется, не переживай, это ты не заболела, поняла? Да, я может знаю. Быть, день-два где-то там. Ты вообще крутая, что ты в 16 лет сама до меня дошла. Это я, честно, очень удивлен. Я просто проходила такое, но... Где ты проходила? Ну, к нам в город приезжал человек. А ты где живешь? Семей. Понятно. Просто он с другой стороны. А как зовут? Из Узбекистана. И что, вы так же делали? Ну, получается, у него немного другая методика. А зовут как? Чтобы посмотреть хоть. Как его звали? Мурат. А фамилии нет, да, его? Я не знаю. Как найти в интернете, может, есть? Ну, ладно. Нет, в интернете у него нет, у него просто телефон. Понятно. Он в социальных сетях, он так, он просто уже пожилой человек из-за этого. Ясно. Ну хорошо. Спокойной ночи. Маме привет и ей пообнимайся. Спасибо. Давай, пока. Большое. Давай, пожалуйста. До свидания. Кто-то в эфир просился. Здесь вы еще? Честно говоря, когда мама зашла, я прям чуть испугался. Я думал, ты что? Сейчас начнет. А мама понятливая оказалась. Я уже начал думать, знаете, 16-летнего можно в прямой эфир вообще вот так им заходить? Без спроса папу с мамой. Непонятно. Я хочу, я боюсь, я хочу, я просилась. Давайте вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут Оксана, да? Оксана, так, да. Я сам тебя слышу. Вы можете наушники одеть? Наушники? А, сейчас, секундочку.
Да, слышно меня? Вот, круто, да. Прям звук хороший очень. Вы из какого города? А, я из города Одинцово, это Московская область. А, ну круто. Угу, хорошо. Вы с каким вопросом? А, ну, вопросов у меня на самом деле не один получается. У меня как бы и с личным не складывается. Вот, есть какие-то постоянные претензии к мужчинам. И финансовый вопрос тоже. Угу. Хорошо. Можете глаза закрыть? Глаза, вот, чтоб я видел только. Нет, телефон убирать. Сейчас, секундочку. Так, нормально? Угу. Закрой глазки. Вдох глубокий через нос. И выдох через рот. И еще. И выдох. Вот так. И сердце напряжение прям выдыхает потихоньку. В теле ощущения какие сейчас? В ногах дрожь и в руках немножко, но больше в ногах. Угу. Даже не дрожь уже, а они трястись начали. Хорошо. Давай еще. Еще глубже. Угу. Вот так. Выдыхай. У тебя агрессии подавленные, только выдох давай. Аж скулы сводит. Давай еще. На мужиков обижена, вся спина вот так она прям. Выдыхай. Ага. Давай еще вдох. Давай, давай, выкопай, дорогая. Вот так. Печень напряжена. Выдох давай. А, ну давай, выкопай.
Ты почему жить не хочешь, ты скажи, а? Долго муки. Дыши, дыши глубоко, глаза не... А? Давай. Вот так. Выдох. Вспоминай, из-за чего жить не хочешь. Что такого случилось? Выпускай давай. Захочешь — проговори, не захочешь — мокрый, выпакивай. Вот так, давай, давай. Прям давай в голос реви. Вот так. Ага. Ты когда напротив телефона сядь, пожалуйста, чтобы я тебя никто уже не вижу, что происходит. Упал он просто. Ага. Сейчас. Ага. После чего жить расхотелось, скажи? Откуда эта херня опять была? Я не помню. Как давно это? Всегда, да, как будто? Или что это? Выпускай давай. Ага, давай, давай. Выплакивай эту песню. Ага, не держи, выдох. Не держи, прям из души тебе боль, выплакивай. Вот оно как все. Давай, из груди, вот так мы. Вот так. Еще. Выплакивай, выплакивай. Еще.
Выдыхай, выдыхай, из души выдыхай. Вот так. Вот так, ну хорошо. Ну как, и сердце в беду. Вот так, ну хорошо. Давай еще. Давай, ну сейчас отойдет рука. Ага. Ну вот так, молодец. Давай еще. Ага, давай. А, давай еще. Вот так, выпускай. Вот так, не страшно. Давай, 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 чуть-чуть. Вот так, вот так, молодец. Оксана, давай до конца. Вот так, мой хороший. Ага. Откашляй, откашляй. Если можешь, сходи в туалет, два пальца в рот засунь, прям вырви. Телефон с собой можешь не брать, убери наушники, иди вырви, сходи. Не тянет вырывать. Ну хорошо, тогда дыши. Просто отсюда должно отойти, застрянет, будет не очень приятно. Слюна должна. Иди выйди, два пальца засунь в рот. И прям слюна отрыгнется прям. Так, подружкам Оксаны, с ней все хорошо, не переживайте. Проплачет сейчас боль свою, которая в душе. С ней все хорошо, не переживайте. Просто человек копит, понимаете, это не факт, что если с вами работать начнем, то такого же не будет. Это внутренняя боль, которая сидит уже давно. Сейчас все выйдет, будет легче. Получилось? Нет. Не получилось. Рвотного рефлекса не было, да. Просто вот, ну, что-то как Вена. Будто слизь какая-то. Да, да. Вот слизь, это да, была. Ага. Закрывай глазки, еще подыши. Что здесь чуть-чуть еще больше осталось? Вот так. Вот так. Давай.
Оксана, сейчас как дела? Руки, ноги. Такая тяжесть в руках, как бы в области сердца, и голова кружится. Ага. И смотри, и сердце, прям выдыхай боль. Вдох сделай глубоко. Тебе легче стало, теперь уже выдыхай. Ты не вытаскиваешь, прячешь. Давай, вдох. Как мне вытащить? Вот, и сердце вытаскивай прям. Представь, как будто ты выдыхаешь эту боль. Вот так, давай еще. Давай, вдох. Выдох. Ух, давай, пошли. Вот так. Еще вдох. Легче стало, да? Да. Угу. Вот так. Оксана, сейчас что? Сейчас почему-то дергает все тело. Ноги, трясет руки, тебе? Плечи. Да. Круто. Как-то даже голову. Ага, давай, дыши лучше. Тебе приятно или плохо? Я не пойму, неплохо, но и неприятно. Ага. Дыши лучше, хорошо. Перестала трясти. Сейчас успокоишься уже. Ой, давай, не. А? Не Как дела у тебя сейчас? Оксана, ощущение. Кружится голова, слабость. Угу. И левая слабость нога трясется. А, хорошо. И прям вообще она что-то сильно затряслась. Пусть трясется. Ты где так женщина напугалась? Я не знаю, не помню. А вспоминаю, в детстве мама била, нет? Мама нет, не била. Нет, вроде нет, не била. Тетя. В школе учительница. Нет, меня не бил никто. Это где-то, это где-то когда-то ты испугалась женщину. Выдыхай. Остальное потом сама вспомнила. Thank you.
А вторая не трясется нога? Сейчас нет. Потряслась немного, вот когда все тряслось. А сейчас нет, сейчас только левая. Ничего, да? А, ну тогда ладно. Угу. Сейчас эмоциональные ощущения какие? Какая-то пустота. Открывай глаза. Я тебя поздравляю. Там твои друзья все перешугались, ты потом объясни. Какие друзья? Я не знаю, там ты же в прямом эфире. Твои же тоже видят. Какие друзья? Из Инстаграма. Мне кажется, только я у вас, может быть, еще кто-то. Да, кто-то мне стали названивать, может быть. Да-да, переживают они. А нога трясется до сих пор. И какое-то вот такое вот мандражное состояние. Мандражное нормальное сейчас еще. Что это было? Это, смотри, это вот, я не знаю, когда ты там решила, откуда это у тебя вообще взялось, потому что когда мы с тобой начали работать, ощущение было, что ты жить не хочешь кому-то. Ну, такое есть на самом деле. Ну, я в данный момент об этом не думала. Ну, когда вы это озвучили, это у меня, да, опять, ну, я вспомнила, что да, действительно. И это давно, но я не знаю, откуда это, я не помню, откуда это. Но это еще даже в детстве было. Угу. Ну, хорошо. И в груди вот эта вот боль была какая-то непонятная. Душевная. В груди, да. Ну, вот этот вот. Ну и хорошо. Долго она будет трястись? Нога? Да. Она до сих пор трясется? Да. А ну пусть трясется. Посиди пока. Не выключайся туда пока. Да, она что-то вообще не хочет. Левая нога, смотри. Вообще это страх, вот не хочу идти как женщина, да, или страх перед женщиной. Это вот там копай. Замуж муж страшно выходить, рожать страшно. Вот что-то вот это. У меня есть сын. Вот, но замуж я вот как раз уже развелась с мужем. Не знаю, может быть. Не знаю я, что это может быть. Ты сама потом внутри поковыряйся, потому что это, ну, это страх перед женщиной. Или ну, вот такое. Или нежелание идти как женщина, или страх перед женщиной. Поэтому, ну, там... Может, страх быть женщиной? Не знаю. Может быть такое быть? Может быть, но вообще ноги трясутся, когда, да? Это у тебя вибрация прямо от бедра идет или от матки идет? Если от матки, то все хорошо. Матка не горячая, это не пульсирует? Нет. Нет. Тогда где-то от бедра она трясется. Ага. Да, от это бедра. Страх. Это страх какой-то. И вот обычно какая-то такой вот тяжесть страх в плечах. Это... А. Нормально, да. Сейчас она сойдет. А страх это перед, знаешь, это такой страх бывает, когда вот прям такой страх, когда ты испугалась за свою жизнь. Ну, это вспомнится, оно само потом. Ты в какой-то момент, оно просто ты вспомнишь и все. Сильно не заморачивайся. Теперь буду заморачиваться, буду вспоминать. Нет, просто, ну, озвучиваю, потому что оно само всплывет. Будешь заморачиваться, не всплывет оно. Как только отпустишь, ты поймешь про что. Поняла, да? Угу. Вот. Оно, а так это может как-то... Игры... Угу. Может как-то влиять на финансы, на вот это вот отношение даже? Вот мужчина, может, какое-то неприятие, непринятие, может быть. А не то, что непринятие, а какое-то постоянное соперничество, что ли. Оксана, смотри, это знаешь, это, вот на какой грани ты сейчас вопрос задаешь? Это вообще... Помнишь анекдот про наркомана, который к другу пришел? Я не знаю, знаешь, нет. Нет, он говорит, нет. Звонит,
звонок, домофон там этот, говорит, здравствуйте, Сережа, можно? А, здравствуйте, Сережа пойдет гулять? Здравствуйте, Сережа умер. Я не понял, он гулять не пойдет? Поняла? Анекдот, да, но я не поняла. Я тебе говорю, ты жить не хотела. Какие деньги? А, понятно. Понимаешь, у тебя основной вопрос был нежелание жить. И речи, вот зачем тебе деньги? Выдыхай. Зачем? Чтобы жить, да. Да, вот. И поэтому, если ты не хочешь жить, зачем тебе деньги тогда? Поняла, да? То есть сейчас просто выбирай. Я выбираю жить у тебя, чтобы как мантра была. Целыми днями прям я имя выбираю жить. Я имя выбираю жить. Прям повторяй, 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 пока руки теплыми с ногами не станут. Потому что у тебя конечности должны быть холодные всегда. Да, они сейчас холодные. Ну вот. То есть сейчас аффирмация в Ютубе. В Ютубе прям найди аффирмации, там записали на студии специально. Прям найди, проговаривай тоже. Это этот, аффирмации для женщин читать 3 раза в день. Это название такое. Там просто их много, потому что аффирмации разные. А эти специально записали, они прям вот для женщины прям записали крутые аффирмации там. Просто слушай. И письма прощения попиши, потому что у тебя очень много обид на мужчин. У тебя вся спина утыкана, ты всю энергию свою туда отдаешь. Начиная с папы, заканчивая своим последним мужем, это все выписывай. Сгрузись себя. А я на папу, папе писал психологическую диету. Я не знаю, что такое диета. Пишу, ну, вот то, что... Хорошо. Я не знаю, что такое психологическая диета. Просто. Но это тоже там прощаешь. Письма... Там, в общем, ты послушай в Ютубе, ладно? Хорошо. Забьешь письмо прощения, выйдет ролик. Он идет 9 минут. Его внимательно послушай. Внизу в комментарии прикреплен текст сам письма. И прям вот по инструкции прям все просто выполнить. Через 40 дней ты себя не узнаешь просто. Отпусти это все. Хорошо, спасибо просто. Большое. Пожалуйста, в Москву приеду, приходи. Хорошо, спасибо, приезжайте. Все, давайте, все. Пока. До свидания, пока. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. В общем, друзья, всем большое спасибо, что сегодня были в эфире. Я тогда спать, у меня завтра тренинг эмоциональной свободы в Алма-Ате, поэтому... Завершим, потому что я немножко устал. Большое вам спасибо, родные. Буду выходить еще, будем работать, так что вылавливайте меня, и мы с вами как-нибудь поработаем. Я никак не хочу оскорблять, просто хочу сказать, что вижу на мужчине что-то не по... Чего? Не панчно. Ну, вы последнее слово напишите хотя бы. На мужчине это вы на мне видите, да? Классный эфир. Мне кажется, к вам попадает определенный. Вы скажите, пожалуйста, что? Понятно. Спасибо большое. Я вот этот вот ник, который мешки, чуваки Z, вы как-то вопросы задавайте попонятнее, ладно? Потому что вы что-то вы там написали, чего-то непонятного, и хотите еще ответ получить. Конкретнее формулируйте свои вопросы. Сорок. Из-за травы я только недавно. Что у меня глаза? В общем, друзья, давайте пока-пока. Всем до новых встреч. В общем, еще выйду в эфир. Встретимся. Давайте. До свидания вам. Пока-пока, родные.
проще. В остальные еще можно записаться, ну, записывайтесь, да. Ну, говорит, красавчик, вы хорошо. В Москву приеду в мае. Панические атаки, это вот вы сегодня видели, что с ними надо делать. В общем, ладно, давайте.